Медики одного из госпиталей в Ухане, где проходит лечение больные коронавирусом, продолжают развлекать пациентов. Медработники, одетые в защитные костюмы, под музыку исполнили очередной национальный танец. Пациенты себя долго ждать не заставили, они начали подтанцовывать персоналу. По словам врачей, и так они хотели разрядить атмосферу и поднять настроение больных. Инфицированные в этой больнице заражены легкой формой коронавируса, поэтому простые физические упражнения им только на пользу.